Настроение праздника и очарование момента. Когда входишь в магазин цветов весна, складывается ощущение, что попадаешь в цветущий сад. Здесь царит особая романтика. Нежные розы, царственные каллы, декоративный подсолнух, целозия, протея, фрезия, лизиандус. Привычные глазу и экзотические цветы. Здесь есть все. А талантливые и креативные флористы создадут невероятные букеты любой сложности. Сейчас главная тема, конечно, 1 сентября. Здесь есть свои модные тенденции. Самый главный тренд – это вот вставки, значит, тематические, как раз 1 сентября, цифры деревянные, каркас обязательно. Очень хорошо смотрится в букете в этом сезоне гортензия, герберы, фрукты декоративные украшены в букет. Ну, в общем-то, все, осенняя тематика. Первоклашки, второклашки, до 5 класса идет тенденция всякой декор с божьими коровками, со всякими там ягодками, цветочками тоже декоративными, сухоцветами. А более, которые повзрослее, они вот более, такой более классический вариант. К 1 сентябрю это вот вариант для девочки. То есть более нежный, какой-то воздушный. В принципе, подходит и такая тематика и первоклассникам, и старшеклассникам, в принципе, с такими элементами декоративными, да, как вот гиперику, с пионами. В честь 1 сентября все магазины цветов весна будут работать круглосуточно, чтобы цветочное настроение сделало праздник ярким и незабываемым. 24 августа был открыт 4-й салон весна на улице Гоголя, 41, который является оптово-розничным. Также салоны цветов весна работают по адресам Полетаева, 164, Полетаевский рынок, павильон номер 5, Новаторов, 3Б, рынок молодежный, павильон номер 1 и на Гоголя, 42. В салонах цветов весна работает доставка по всему городу. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».